Zombie Apocalypse. Ну а перед данным видеороликом я хочу вам порекомендовать канал Носербек ТВ. Он снимает различные прикольные видеоролики по разной тематике. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, вот как это сделал я, поддерживайте его видео лайками. А также не забывайте писать крутые комментарии под его видео. Ну а мы переходим к видео, поехали! Всем привет, ребята! Вы на канале DanPlay, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием Jailbreak в Роблоксе. Так что сегодня я купил Bugatti Veyron в Роблоксе, в Jailbreak, так что сегодня мы покатаемся на Бугатти, а также я вам покажу один транспорт, который лучше вам не покупать. Так что будет сегодня интересно. Давайте еще такой вот кейсик откроем. О, вот так вот. О, дали нам голубую краску. Давайте открываем люк, сбегаем с тюряги. Будет сегодня интересно, что-то ограбим. Так что и пишите, играть мне еще в Jailbreak. Мне эта игра нравится. Это самая лучшая игра в Роблоксе для меня. Нету лучшей игры, чем Jailbreak в Роблоксе. Ну, это крутая игра. Я в нее буду всегда играть. А тут полицейский. Он какой-то нубик, наверное. Ну, давайте рискнем, пойдем и посмотрим. Вот он. А что с ним такое? Ладно. Я не знаю, что он делать будет нам. Ладно, тогда поехали. Тогда сейчас оружие возьму. Да, потом поедем, ребята. И что мы сделаем? Покажу вам один транспорт сначала, который никогда не покупайте. Это самый худший транспорт в Jailbreak'е. Это я вам реально говорю. Так что... Ну, хужего транспорта я никогда не видел. Так, давайте, поехали туда. А чё я дробовик не взял? Чё у меня дробовик не взялся, алё? Я же взял... А, вот. Чё такое было? Это только что была такая задержка игры? Ну, ничего страшного. Так что давайте тогда поедем сейчас. И НЛО нашу возьмем, любименькую НЛОшку. А потом полетим к транспорту, который лучше никогда не покупать. Я, может, сначала убью того полицейского, который возле тюрьмы вот там вот. А это кто? А это кто бежит? Коп, привет! Опа, опа, опа. А ну иди сюда, а ну иди сюда, а ну иди сюда. Эй, ты где делся, полицейский? Выходи сюда. А где он? Ага, вон ты где, прячешься за этим. За гаражом, да? Не спрячешься. А где он делся? Я не понимаю, где он бегает от меня. А, вот ты где, миленький, привет. Привет, опа, привет. Чё ты завис, алё? Не зависай. Чё-то он завис у меня. О! Я не понимаю, я его убил или нет? Что-то какие-то лаги в игре. Да, что-то тут не то. Ладно. Давайте, о, чувака повезем, давайте. Короче, неважно, на этих копах, забыли про них. Полетели, лучше я покажу вам один транспорт, который лучше никогда не покупать. Лично я вам советую, я потратил 50 тысяч. Просто так, ничего я хорошего, полезного не купил на эти деньги, так. Да, вот так вот. Вот мы уже приближаемся, вот он стоит тут, хотя его нету. Вот он появился, да. Давай поехали, чувак. А, давай я НЛО закрою лучше. О, вот так. Хотя оно не закрылось. Ну, давай прокачу тебя, чувак, на американских горках. Вот, сейчас посмотрим, ребята. Вот, смотрите, как его качают сначала. А потом, ну, самое интересное сейчас будет. У меня так было жестко, он подлетал выше города. Там такие лаги творили. А чё он не подлетает? Чё он нормально едет, алё? Ну же, давай. А ну, давай, вот так на горбик. О, нормально подлетел. Хотя, ребята, я не понял, что?
Что такое? Он у меня... Ребята, лично я вам честно скажу. Ладно. Так, ой-ой-ой, тут полицейский. Я вам честно скажу, я когда его купил, на нем решил прокатиться, меня колбасило, меня болтало на этом квадроцикле, капец как. Меня колбасило, как какого-то, не знаю кого. Подлетал выше города, умирал за текстурами вообще. За город туда, вон туда аж залетал, где закат, вон там туда летал на нем. Он у меня капец, что творилось, а сейчас он меня нормально, понимаете? Даже не тросик работает, так капец, я не ожидал, я такого не ожидал, я такого не ожидал, я вам реально скажу. Он нормально ездит, ну, крайней мере, для меня нормально, вот сейчас он ездит, тогда через каждых 5 секунд проездки он у меня вообще колбасился, как какое-то, не знаю, что. Понимаете, это вообще было жесть, капец какая жесть. Ну а сейчас он у меня вообще отлично ездит. Ага, вот началось, ребята, вот это начинается. Вот такое, что вы только что видели, было у меня 10 секунд, 15. Оно у меня колбасило выше туда, аж за горы у тебя он залетало. Это было... ну ладно. Тогда поехали на квадроцикле до Бугатти. И я вам... Покажу свою Бугатти! Началось, ребята, началось, началось. Вот, смотрите, посмотрите. Нереально ездить, нереально. Ладно. Ага, вот началось. Ну, я так и думал, я так и думал. Я так и думал, что это начнется все. О, кстати, хорошо поехал. Ага, да, конечно. Короче, все. Да. Вы только что все видели. Вы только что все видели. И как мне теперь добраться-то? До заправки сейчас доберусь, ребята. Что это такое выскочило вообще? Ну, уже до заправки-то добраться мне надо. До заправки. Что оно это выскакивает такое? Я хочу видео на паузу поставить. Нет. Что это вообще такое? Что это выскакивает? Хм. Что-то да. Консоль. Выскакивает. Зачем мне эта консоль? Я хочу просто поставить видео на паузу, чтобы добра. Ну-ка, ладно, я задобрался вот уже. Ладно, давайте заодно и Азима нашего обкрадем, разработчика обкрадем, заберем у него денежки. Спасибо тебе, Азима. И давайте на нашей каракатице поедем. Алло. Я только что был на крыше, капец. Какой-то баг тоже был. Ладно, давайте тогда на ней поедем. Так, давайте вот так. Хотя не, я хочу нитро чуть-чуть на Бугатти оставить, чтобы вообще там разогнаться как зверь какой-то. Покатаем сегодня вас на Бугатти. То есть, ну, я покатаюсь, а вы посмотрите и решите покупать вам Бугатти. Зачем я сюда заехал? Я вообще, что ли, Бугатти вон там находится. Может, ювелирка открытая, ювелирку ограбим. Но это вряд ли. Вот, где Бугатти моя? Где моя Бугатти Вейрон? Вейрон. Бугатти Вейрон. Вот ты где. Вот она, ребята. Вот моя Бугатти. Я ее купил. Я ее обещал, что куплю. Я ее купил. Так что все, ребята. Я уже крутой. Мне еще осталось только... Ну, я хочу вольтбайк купить. Вы меня просили вольтбайк купить. Я вижу полицейского, но он меня не догонит. Он на своем мустанге меня никогда не догонит. А я вот это думаю, я хочу вот такую вот текстуру. Я хочу вот такую вот. Где ты? Где ты? Вот это нет. Нет, это не то. Где же ты? 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 Сейчас я найду, ребята. Где? Ага, вот. Вот, она стоит 20 тысяч. Я покупаю, ребята. Я хочу такую текстурку. И я хочу цвет колес. Зелененький какой-то. О, вот это вот будет отлично. Вообще класс. И фары нормально. Во, вот это. Давай, выезжай. Выезжай, выезжай, выезжай. Что такое? Что она не... Что такое с Бугатти моей? Алло. Что такое? Что за баг? Что за лаг? Тут коп. В смысле? Что?
Что это такое? Что это такое? Ну как? Как он меня достал? Как он меня достал? Он зато у меня карточка есть, но я не понимаю, как он меня достал. Да дай выехать, дайте мне. Дайте мне выехать. О! Все, вот это вот топовая тачка. Это самая крутая тачка. Давайте, может, банк ограбим, а потом покатаемся на Бугатти. По всему городу. Объездим весь город. Вот, давайте заодно банк ограбим. Сделаем вот такое вот ограбление. О, все, началась работа. Поехали сюда, 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 вот так вот. Вот, а, что такое? Что такое только что было? Давайте на всякий случай дробовик возьмем. Но я вот того чувака легко убил. Он, наверное, какой-то нубик из последних. Ух ты, там кто-то летит. Там кто-то летит. Вот там кто-то полетел. Полицейских нету, пока мест. Полицейских пока мест нету в банке, так что это радует. Но это может радовать ненадолго. Потому что они в любой момент могут появиться в банке, потому что, возможно, кто-то из копов. Хакеры просто, которые телепортируются. Все, да, у меня тут собралось, все. Тогда погнали выходить. И, ребята, покатаемся на Bugatti Veyron. А в следующем видеоролике будем грабить музей, ювелирку, все остальное. Если вы захотите jailbreak. А если не захотите, то пишите в комментариях, какие игры мне поиграть. Какие игры в Роблоксе мне поиграть, обязательно пишите. Именно в Роблоксе. Какие игры мне поиграть. Пишите, я с удовольствием в них поиграю. А также пишите в любые игры, которые, какие мне поиграть. Там, может, на андроиде какие-то там. Какие любые игры вы хотите увидеть в моих видеороликах. Так что пишите. Я обязательно прочитаю и поиграю. Смотри, какая просто топовая машинка. Вот этот зеленый цвет, это вообще мечта. Просто это я бы сделал такую текстурку. Назвал бы ее не Galaxy там или не Космос, такое что-то, а мечта, просто мечта, это машина мечта, еще фары включить, и вообще, вообще мечта, просто раскраска машины. О, давайте девочку покатаем, иди сюда. Садись, о, погнали с ней, покатаем ее на Bugatti Veyron, Veyron, я не знаю, как правильно, напишите. Смотрите, какой у нее разгон. Ого, да-да-да. Я вижу. Она чуть-чуть ее на резких поворотах заносит, ребята. Кто это? Что такое? Что мне не дается разгончик хороший набрать? Все, давайте разгонимся сейчас хорошо. О, невидимые текстуры только что были какие-то там у нас. О, хорошо, хорошо, хорошо. Нет же, надо избавить было скорости. А я знаю, что я сделаю. Я знаю. Мне надо поставить подвеску. Или там что-то на нормал. На нормальную, не на высокую, а на нормальную, на нормал. А ну-ка, давайте сейчас в гараж зайдем, чтобы ее не заносило. Так, а тут у меня стоит нормал, да, нормал, а брейкс. Это что у нас? Колесико, понятно. А я не знаю, давайте туда левел 3. Как ее теперь будет заносить или нет? Я не знаю. Ее будет заносить. А ну, давай. Да, сейчас, сейчас. О, давайте на вот этой вот трассе проверим это. Так, давай. Поехали. О, отлично, отлично. О, хорошо приземлилась. Молодец. Так, смотрите, сейчас. О, давайте на нетрушке подлетим сейчас. Я знаю, где можно подлететь. О, давайте вот здесь. Где-то тут должен быть трамплин. Вон он, я вижу его. Сейчас, давайте я сейчас. Сейчас, давайте я вот так подмеряюсь, чтобы под него подлететь. Назад сдаем. Еще назад давайте. Ну, думаю, разгончик мы наберем. Так, погнали, погнали. Нет! Ну, не получилось чуть-чуть у нас перелететь. Я думала, хотя бы через оружейный магазин перелететь. Но давайте перелетим тогда. Давайте просто посмотрим, как она летает. Посмотрите, на этих холмах она подлетает, как бешеная. Ух ты, давай. Ну, машина прикольная, но я водитель не очень.
Да, я водитель, не очень умею так хорошо водить ее, так что она очень быстрая, ребята. Очень классно. О, давайте вот здесь. Вот мы должны сейчас подлететь. Ну уже и вью! Вау, сальтуху сделали. Вы только что видели, как это было классно. Это было топово только что. А девочка где-то делась, кстати, пропала или вышла из игры. Я не знаю, где она делась. Наверное, ей не нравится, как я езжу на Бугатти, да. Ух ты, давай, 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 вот так вот. О, есть, нет, давай, давай, нет, не долетел. Но ничего страшного, ребята. Кому нравится Бугатти Вейрон, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, если вы хотите еще увидеть джейлбрейка и различных игр в Роблоксе. Юху! Подлетели. Ну а квадроцикл, если вы хотите покупать, то покупайте. Но я вам лично рекомендую больше купить другую машину какую-то, не знаю. О, тихо, давайте на этот трамплин сейчас подъедем. Так, давайте сначала так вот назад сдадим. Смотри, какая у нее скорость. У меня задняя скорость, как у ламбы. Задняя скорость, как у непрокачанной ламбы, вы понимаете? Она задом очень хорошо ездит. Вот, давай, 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 давай. Еее, подлетели. У меня нету пока мест нитро. Но я знаю багна бесконечное нитро, но он какой-то чуть-чуть ерундовый. О, давайте на этот трамплин еще подъедем. Смотрите, какая у нее задняя скорость. У нее просто задняя скорость, как у ламбы не прокачанной. Ламбы с первым двигателем. Так, вот, давай, давай. Через мост перелетим. Текстура. Текстура виновата. Невидимая текстура. Это просто круто. Так, давайте. Подлетаем. Юху! Перелетели через мост и... На этом наш видеоролик сегодня заканчивается. Я думаю, надеюсь, что тебе он понравился. Так что, ты знаешь, что сделать? Поставь лайк за эту Бугатти. Вот красивую Бугатти с зелеными колесиками, с расцветкой классной и с такими вот фарами, с шипами. Это из этим спойлером. Так что подпишись на канал, поставь лайк. И хорошего тебе настроения. Пока.